Внимание! Мотор! Начали! В один прекрасный солнечный день мы поставили штатив перед дворцом и решили по возможности снять на пленку улыбку. У нас было большое желание запечатлеть улыбающиеся лица. Нам не трудно было сделать это. На улыбку некоторых сами можем сдержать улыбки. А в некоторых улыбках светится радость, хорошее настроение. Мы хотели совершенно непосредственно показать эту необыкновенную человеческую черту. Мы сами выглядели так смешно, что каждый прохожий не мог равнодушно пройти мимо нас. Улыбчивый фильм так и называется «Улыбка». А сделали его юные кинолюбители из тбилисской студии «Пионерфильм». Жители Тбилиси знают, что многие грузинские школьники серьезно увлекаются кинематографом. Но такого нашествия ребят с кинокамерами здесь, пожалуй, еще не видали. Все объясняется просто. В столице Грузии встретились участники Всесоюзного кинофестиваля детских любительских фильмов. Кто знает, может, знакомство с красотами Тбилиси и его окрестностей вдохновит потом кого-нибудь на создание нового шедевра. Ведь народ собрался творчески. Наверное, не всем из них суждено в будущем заполнить страницы журнала «Советский экран». Но Нюша и Маша Ткаченко из Днепропетровска уже сделали на это весомую заявку своим фильмом. Судак, который умел разговаривать. А еще он мечтал найти себе друга. Во время фестивальных просмотров и обсуждений зрителям можно было позавидовать, а жюри посочувствовать. Шутка ли, 76 детских любительских студий представили на конкурс 108 лент самых разных жанров. И хотя комедия, как утверждают специалисты, дело серьезное, зал не раз встречал дружным смехом знакомые сценки из школьной жизни. Секрет, что для многих людей, не исключая взрослых, работа в кинематографе кажется чуть ли не увеселительным мероприятием. Тот, кто решил по-настоящему заняться кино, быстро теряет это наивное представление.
Любая работа становится радостью, если относиться к ней творчески. А это значит работать и думать, снова думать и снова работать. Этого симпатичного ослика в качестве эмблемы фестиваля нарисовал Гия Кириселидзе. И, конечно, он имел в виду не вошедшее в поговорку «ослиное упрямство», а упорство в достижении цели. На фестивале Гия показал свою новую работу. Последние, самые приятные минуты фестиваля. И хочется пожелать всем юным кинолюбителям, чтобы объективы их кинокамер всегда смотрели в мир глазами умных, добрых и честных людей. Людей, которые умеют работать и мечтать, думать о будущем и свято беречь незабываемые страницы нашей истории. Кому не знакомы эти радостные предновогодние хлопоты? Елка давно стала для нас любимым и привычным праздником. Но об этой елке разговор особый. И не случайно ее всегда готовят не к Новому году, а к 19 января. История, рассказанная писателем Кононовым в известной детской книжке, происходила на самом деле. В далеком 1918 году в этом доме открыли лесную школу. Здесь жили и учились ребята со слабым здоровьем. Это было тяжелое время. Шла гражданская война. Велась трудная борьба с контрреволюцией, саботажем, голодом и разрухой. Но, несмотря ни на что, молодое советское государство заботилось о детях. Новом поколении, первой в мире страны социализма. Зимой в эту лесную школу приехала Надежда Константиновна Крупская. Она гостила у ребят несколько месяцев. Навещая Надежду Константиновну, Владимир Ильич всегда охотно общался с ребятами, жившими в школе. И однажды, приехав туда в январе 1919 года, Ленин спросил: «А что, ребята, елка у вас была?» И узнав, что не было, огорченно сказал: «Как же так? Непременно нужно устроить». Владимир Ильич приехал не один. Приехал Борис Сергеевич, Мария Ильинична, и дети все были вокруг елки. И они пели хором. После того, как елочку спели, дети начали кто стишок говорить, кто декламировать. Сестра вот декламировала. А затем стали играть в кошки-мышки. И Владимир Ильич, мальчик к нему один подошел: «Пойдем, говорит, с нами». Владимир Ильич тут же встал, все засмеялись. А он из кармана вынул белый платок, стряхнул его на коленке, вот так сложил, завязал себе глаза и начал ловить мышки кошкой. А все эти самые бегали мышкой между ребятами круговые. Детишки кричали: «Жарко, огонь!» Он поторапливался то в одну сторону, то в другую. Я, правда, не помню, танцевала я или нет, но помню, было очень весело, очень хорошо. Нам потом давали подарки. Красный вот самый мешочек, и нам давали еще одеколон и кусочек мыла. Вера Васильевна Капустина и Лидия Филипповна Бодрова сохранили память об этом празднике на всю жизнь. Каждый год 19 января зажигаются огни на традиционной ленинской елке в доме 21 по 6-му лучевому просеку в Сокольниках.